Я Настя, я Ира, мы студенты ИСМА и открываем новый проект «Блог». Пожалуйста, заходите к нам, комментируйте нас и идите в ногу с нами. Вот и прошло очередное лето. Не за горами Новый год. Но речь пойдет о 1 сентября. Для ИСМА и средней школы Премьерс этот день был двойным праздником, ведь мы теперь в новом здании. 1 сентября для школьников прошло, как всегда, торжественно. Первоклассники читали стихотворения, 12-классники находились в ожидании знаменательного года. В ИСМА поступили первокурсники, которые также пришли на праздник, где звучал гимн института, а профессоры во главе с президентом Романом Дьяконом предстали в мантиях, что вызвало всеобщий восторг. Уважаемые профессоры, дорогие студенты, сегодняшний первый день осени для всех нас традиционно становится Новым годом. Я поздравляю всех с новым началом, с новым учебным годом, который объединяет нас с вами, ну, на несколько лет активной, плодотворной и интересной работы. Я поздравляю всех студентов, которые сделали выбор и выбрали в качестве вуза прекрасный вуз ИСМА. Я очень рад, что мы сможем вам помочь на вашем жизненном пути. Мы сможем раскрыть ваши новые возможности. Мы сможем вам помочь трудоустроиться. Мы сможем вам помочь получить новые. Thank you. Еще раз привет! А у нас в гостях студенты из Испании, которые приехали к нам учиться по программе Erasmus. Приветствуем! Hi. Hola chicos, bonitos! Only what I know in Spanish, yeah. So girls, how are you in Latvia? How do you feel like? La verdad es que muy bien. Desde que hemos llegado, la gente ha sido súper amable con nosotros y nos hemos sentido casi como en casa.